Енотиха Соня, за которую переживал весь Барнаул, пропала из магазина вместе со своей метровой клеткой. Напомним, месяц назад в соцсетях появились фотографии енота, который лежит в маленькой клетке под яркой лампой. Барнаульцам стало жалко животное, и они начали сбор средств на освобождение Сони. В итоге енота решил выкупить хоккейный клуб «Динамо Алтай». Но директор магазина отказалась продавать Соню. Юридически мы можем отказать в покупке. На основании чего? На основании того, что мы просто не уверены. Естественно, никакой юридической силы это заявление не несет. Управляющая магазином нарушила закон о защите прав потребителей. Причем в магазине до сих пор уверены в своей правоте. Вы докажите. Вы доказали, да у вас есть на руках документы, удостоверяющие нашу неправоту? У вас ничего нет? Ранее в магазине уверяли, что енот скоро отправится в Рубцовск к некой Татьяне, которая занимается передержкой животных. Проверить это общественникам и нам так и не удалось. Мы отправили запрос в Роспотребнадзор с просьбой провести проверку в данной сети магазинов, ведь там продолжают обитать и другие еноты в таких же клетках. Ирина Корчагина, «День с толком».